как. Горожане не хотят браться за оружие. У нас есть 5000 человек. Против солдат провинции мы сможем выстоять, но нас все равно не будут слушать. Надеюсь, мы продержимся здесь еще дня 3, пока ваши ребята не возьмут Гаху в Майкаку. Мы не можем позволить, чтобы горожан брали в заложники. Ясно. Я понимаю, что люди сейчас чувствуют, они напуганы. Госпожа, которой я служила, относилась довольно жестоко к своим слугам. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, не стоило это терпеть. Но я ее боялась разозлить, поэтому ни в чем ей не перечила. И если ты молча все терпишь, значит, ты просто трус. Сейчас я понимаю, что госпожа Рио не убила бы меня, если бы я ей сопротивлялась. Но она заставила бы меня страдать еще больше. Вполне возможно. Я просто строила из себя жертву. Постоянно себя жалела. Какая я бедная и несчастная. Думаю, горожане сейчас чувствуют то же самое. Они не возьмут оружие, даже если их родных станут убивать. Может, они даже скажут, что это их вина, ведь они разозлили Шока. Люди будто соревнуются в том, кто из них несчастнее. Жаль тех, кто умирает, но... Но когда кого-то жалеешь, чувствуешь, будто проигрываешь игру. Быть может, ощущение того, что ты самый несчастный человек на свете, доставляет такое же удовольствие, что ощущение того, что ты самый счастливый? А когда кто-то это отрицает, ты злишься. Как тебя можно ругать, если ты и так слишком несчастна? Йоши? Думаю, мы все в одной лодке. И ты тоже? Быть счастливой не так-то просто, как кажется. Это большой труд становиться счастливой. Знаешь, часть жизни – счастье, другая – страдание. То одно, то другое. Так много людей убито. Королева Кей должна это заметить. Мятеж будет иметь значение, если только королева перестанет игнорировать таких угнетателей, как Шока и Гахо. Вообще-то, я приехала встретиться с королевой. И Шакей, кстати, тоже. Встретиться с королевой? Зачем? Потому что она наша ровесница. К тому же, она кайкяку, как и я. Я думала, она спасет меня от страданий. Она очень добрая. А я, если честно, здесь по другой причине. Я ненавидела королеву Кей. После того, как меня выгнали из дворца, я узнала, что юная девушка взошла на трон. Я очень ей завидовала. Если бы я не встретила Ракусюна, я бы все еще ненавидела ее. Ракусюн. Он очень добрый. И я благодарна ему. Если у королевы такие друзья, сама королева тоже хороший человек. Это я. Что я? Я королева Кей. Понимаю, в это сложно поверить, но после того, что вы мне сейчас рассказали, мне сложно скрываться дальше. Это я. Так вот, почему тот кайкяку сказал... Спасите королеву Кей. Прошу. Спасите. Тогда я не понимала, о чем он говорит. Но если ты королева Кей... Сэкиси... Асано называл тебя Йоко. Это мое настоящее имя. Министры называют меня Сэкиси. Рыжая девчонка. Я была во дворце, но королевы там не оказалось. Мне сказали, что она в М. Я не поверила им. Я жила у старца по имени Энхо, познавала этот мир. Энхо, учитель Шадзюку, которого похитили? Шоко похитил Энхо по приказу Гахо.
Я пыталась спасти Энхо и оказалась здесь. Не понимаю. Если ты настоящая королева, ты могла бы просто сместить Шока и Гахо. И тогда ничего такого не случилось бы. Министры меня ни во что не ставят. У Кейки потребовали доказательства, чтобы сместить Шоку с поста губернатора. У меня нет настоящей власти. Но это неправда. Нет, правда. Даже если бы я вернулась во дворец и созвала конференцию, я понятия не имею, послушали бы меня или нет. Сколько ушло бы времени, чтобы выдвинуть королевскую армию. А Энхо могут убить в любой момент. На днях нашу ровесницу убили в Рике, а ее младший брат при смерти. Я хотела их спасти. И ты спасла бы их, если бы успела? Конечно. Речь идет о человеческой жизни. А что, если бы это не было дело рук Шока? Ты оставила бы его умирать? Я бесполезная королева. Вот как? Я понятия не имела о том, как много невинных людей убивают, о больших налогах, о непомерном труде. Пытаться спасти одного человека, страдающего у тебя на глазах, этого недостаточно. Даже если бы я спасла Кейкея или того ребенка, то другие все равно продолжают умирать. Но если я могу спасти только тех, о ком знаю, я буду их спасать. Я такая жалкая. Пожалуйста, простите меня. Сузу! Это так глупо. Сузу, я верила в то, во что хотела верить. Я была такой наивной. То, как ты себя ведешь, это и значит быть королевой. Но когда ты не оправдываешь надежды людей, они винят тебя. Люди так эгоистичны. И что же мне делать? Остается лишь одно. Верно. Будем бороться дальше. И свергнем Гахо. Что это? Мы ничего общего с этим не имеем. Похоже, что кавалерия уже прибыла. Что делать? Я должен был предвидеть все это. Это все Гахо. Они собираются сжечь весь город вместе с нами и Шоко. Не ходи. В городе нас поджидает кавалерия. Лезть туда опасно. Секки прав. У нас есть время, пока огонь не добрался до замка. Нам стоит переждать. И позволить всему городу сгореть. Мы ничего не сможем сделать. Мы просто попадем в их ловушку. Если бросим горожан, то кровь их будет на нашей совести. Если не поможем им, все будет зря. Надо действовать. Сузу, мы захватим западные ворота и выведем всех горожан. Если не сможем их вывести, укроем их всех в замке. Решено. Так все же решил идти. А как иначе? Как бы меня ни хвалили, не могу тут сидеть, сложа руки. Но я не прощу себе, если Коша будет называть меня трусом. Оставлю тебя тут за главного. Засада. Что случилось? Удача на нашей стороне. Неплохо. Прямо как тогда, когда мы атаковали замок. Просто магия какая-то. Лошади упали сами по себе. Здесь должно быть больше солдат. Но где они? Да. Yeah.
Перебей как можно больше солдат у западных ворот. Как справишься, у меня есть к тебе еще одно дело. Слушай, кажется, ты не очень-то любишь убивать людей. Стараюсь избегать лишних убийств. Но разве нам не надо избавляться от врагов? Достаточно их деморализовать. Кстати, ты сейчас с кем-то разговаривала? Нет. Ну и монстр. Скорее! Нам нужно открыть западные ворота. Западные ворота открыты! Бегите все к воротам! Всех раненых перенесем в замок! Оставьте нас в покое! За кого вы нас держите? Убирайтесь! Спасибо вам большое. Не стоит. Шоку мертв? Нет, но его схватили. Мы передадим его королевскому двору. Мы можем чем-то помочь. Тушите пожары. Помогайте людям бежать к воротам. Бежать никогда не поздно, правда? Стой, Йоши! Ты знала, что снаружи нет врагов? Нет. Надо поторопиться и помочь людям. Да. Стой. Они здесь. Нам лучше укрыться в городе. Это Ункё. У них бронированные повозки, стоящие впереди отряда. Они ими будут атаковать замок. Нам надо остановить их любой ценой. Кошо! Поверни повозки к северной стороне. Это их задержит. Хорошо. На что насчет южной стороны? Я позабочусь об этом. Ты собрался их останавливать голыми руками? Не совсем. Ханзю? Прошу прощения. У нас вести из Мэйкако. На рассвете вспыхнул мятеж. Что? Отправляемся в Мэйкако. Против нас весь город. Бой займет много времени. Это точно. Нет, мы не можем игнорировать восстание. К тому же, они уже здесь. Посмотрите на запад. Королевский флаг. Флаг королевы. Какого он цвета? Фиолетовый. Это королевская армия. Йоко, это правда королевская армия? Они будут атаковать? Я думала, что единственная, кто может мобилизовать королевскую армию. Видимо, у Гахо есть друзья в Гётене. Кто-то, кто тоже может поднять армию. Королевской армией командует министр обороны Дайшиба. Но я не знаю, сам ли он принял решение. Министр обороны, марионетка Сэйкё. Только бывший глава совета может ему дать приказ. Все верно. Подождите. Почему глава совета поднял армию ради Гахо? Ради себя. Так же, как Гахо использовал Шока. Так же и глава совета использует Гахо. Но Сэйкё и Гахо враждовали. Он когда-нибудь предлагал наказать Гахо?
Нет. Он говорил, что нет доказательств. Они могли притворяться. А они не предлагали сместить, как она? Верно. Они настаивали на том, что он изменник. Глава совета, наверное, ненавидел, как она. Ведь его любили люди. И Шадзюку, основанная Коканом, была помехой. Если бы вы сдружились с Коканом, то выпускники Шадзюку могли бы попасть в правительство. И тогда люди узнали бы, что творили эти чиновники. Поэтому Сэйкё отдал приказ Шоку похитить Энхо. Ну, конечно. Стал бы Гаха заниматься школами других провинций. Шокей, ты очень умная. Просто я знаю, как думают министры. Вот и все. Ну же, открывайте ворота. Мы же не ваши заложники. Если бы вы, негодяи, не устроили эту заваруху... Выпустите нас! Да! Мы не можем сражаться против королевской армии! Да хватит уже! Разве вы не ненавидите Шока? Вам нравится, что он творит? Когда Шока задавил мальчика, никто ничего не сделал? Вы помните об этом? Вам не стыдно? Послушай, конечно, мы его ненавидим, но у нас нет выбора. Если бы мы его не слушались, то не выжили бы. Конечно, мы вам благодарны за свержение Шоко, но взамен вы наслали на нас большее зло. Королеву! Но королева вам не враг. Тогда почему здесь королевская армия? Наверное, королева приказала им подавить мятеж. Да, верно! Это неправда. Королева не поднимала армию. Все было подстроено бывшим главой совета Сэйкё. Это под его началом были Шока и Гахо. Средства, выжатые из Шисуй, шли в провинцию Ва, а затем в карман Сэйкё. Если преступления Шока раскроются, они пошатнут репутацию Сэйкё. Поэтому он отправил королевскую армию. Шокей, откуда ты это знаешь? Королевская армия действует не по приказу королевы. Доказательством является тот факт, что армия не приближается, потому что приказ к бою может отдать только королева. А у тебя есть доказательства? Откуда ты знаешь, что королева не на стороне Сэйкё или Гахо? Это невозможно! Вы говорите так, будто знакомы с королевой. Верно. Мы знаем ее. Как две маленькие девочки могут знать королеву? Вас удивляет, что я с ней знакома? Конечно. Меня зовут Шокей. Я дочь последнего короля Хо Рэцу. Что странного в том, что принцесса может быть знакома с королевой? Если не веришь, мне можешь спросить о том, кто я у наместника Хо Гекея. Он с удовольствием расскажет. Спроси, знает ли он бывшую принцессу по имени Соншу. Мой отец погиб, и я приехала в Кей, чтобы увидеться с королевой Кей. А королева Кей отправила меня наблюдать за ситуацией в провинции Ва. Ее величество хочет использовать восстание как ловушку, чтобы поймать Сэйкё и всех коррумпированных чиновников. Это невозможно. Вот, взгляните. Это... Что там? Печать королевы. Здесь печать королевы Сай. Я была служанкой госпожи Суйби из горы Ха в королевстве Сай. У меня есть разрешение от самой королевы Сай на визит к королеве Кей в ее королевстве. Если не верите мне, свяжитесь с дворцом. Если вы сомневаетесь в подлинности королевской печати, верьте в королеву Кей и ждите. Она вас не подведет. Сэйкё. Я больше не позволю тебе делать то, что вздумается.